Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня разберемся, как просто скачать все данные с iCloud и сохранить все локально на компьютере. Ребята, прежде чем начать, обязательно подписываемся на мой канал, жмем на колокольчик, усаживаемся поудобнее и погнали. Итак, для того, чтобы скачать все данные с iCloud, нам понадобится компьютер. На компьютере запускаем браузер и переходим по ссылке, которая будет в описании под видео. Дальше вводим свой Apple ID. Вводим пароль. Если у вас настроена двухфакторная аутентификация, вводим код проверки. Дальше выбираем самый верхний пункт получения копии данных. И нажимаем «Запросить получение копии данных». Затем выбираем, что вы хотите скачать с iCloud. Или можно нажать «Выбрать все». Вот таким образом. И нажимаем «Продолжить». Все данные будут разложены по архивам, объем можно выбрать вручную. Вот есть такие градации по объему данных. После того, как вы нажмете «Выполнить запрос», вам на почту придет вот такое уведомление, где будет указана информация, что был оформлен запрос на получение копии данных с перечнем приложений и сервисов. Затем остается только ждать письма со ссылкой на загрузку архива. Процесс подготовки архива для скачивания может занять до 7 дней. Когда данные будут готовы для скачивания, на почту придет вот такое уведомление. И здесь будет ссылка, по которой можно перейти. И скачиваем все данные с iCloud на компьютер. Ребята, вот так просто вы можете скачать все данные с iCloud. Если это видео было для вас полезным, обязательно подпишитесь на мой канал, зацените видео лайком. Если вопросы, пишите. Всем желаю удачи и пока-пока.